Алло, здравствуйте. Это Соловьева Елена, да? Просик такой, по вакансии я звоню водитель-экспедитор контейнерной перевозки ЦЕ. Вы знаете, мы сейчас пока набираем только международников. Единственное, если вы хотите работать по области, могу записать ваш номер телефончика. Ну, запишите, там, если у вас отобразилось, то можете, это мой личный. Да у меня так сегодня на мобильный звоните. Скажите, а у вас какой опыт по категории Е вообще есть? По категории, ну, я там скидывал вам резюме, там, вы мне просто присылали, как называется, отклик, спасибо за отклик, все такое. Ну, я ездил, смотрите, я в прошлом году вот ездил по Европе, катался. Просто ну, сколько? Полгода. Полгода. Да, ну, это как бы чистыми. То есть сейчас мне просто туда ехать не очень хочется. Я смотрю, нет, чем я здесь. Гавкаташка ЕСТР сейчас действующая есть? Ну и да, европейский тахограф. Зовут вас как? Александр. Александр, очень приятно. Александр, тогда запишу ваш номер телефончика, вот только будет у меня какая-то информация по наличию у нас вакантных мест, я обязательно с вами свяжусь. Хорошо.